Abbott Drive North. Всем привет от канала МХТВ. Мы сейчас едем на очередную доставку в город Оново. Это по дороге в Сиу-Сити. То есть это уже третья доставка у меня на сегодняшний день. И вот увидели такой агрегат, который нагазовал, конечно. Запах от него такой карбюраторный. Чувствуется машинка такая на ходу. Бегать неплохо. А что за машинка-то? Ее фиг догонишь. Да, я не знаю, что это машинка. Одна полоса? Да, одна полоса, впереди машины едет. Он так рычит сзади. Прям подгоняет. Он так пыхтит, он в другую сторону поехал. Да. И машины. А ты видел, кто там за рулем в такой синей бандане под цвет своей тачки? И сегодня мы видели Шевроле. А я это все сняла. Да, то есть много таких, конечно, машин в возрасте, но в хорошем состоянии, бегущие. На ходу называется просто. Да. Люди восстанавливают эти машины. Потому что я слышно на открытой. Говорю, люди восстанавливают эти машины и ездят по выходным на таких машинах. Выпьем. До бара, до ресторана. Да, чисто там. В центр города съездить. Зато им по кайфу. Ну да, на них все внимание обращать, понятное дело.